Всем привет. Сразу перейду к делу. Много-много всякого дерьма творится кругом. Много-много проблем каждый день. Но когда начинают рушиться основы, базис, уже молчать нельзя. Тут уже нужно говорить об этом вслух. Что я делаю? С чего бы начать? Большая проблема появилась в России. Я не знаю, почему именно у нас такое происходит. Нигде больше в целом мире такого нет. Ни в одной стране, только у нас. Почему, я не знаю. Я думаю, никто не знает. Но для этого я и появился перед вами, чтобы как-то поднять эту проблему, начать о ней говорить. Это не просто. Ребята, не модные негры. Но это серьезная проблема. Я не знаю. Ну вот, чернокожие ребята. Ну негры. Ну чего в этом обидного нет? Негры. Негры. Ну и негры, и негры. Не в этом суть. Негры. Вот удивительная особенность. Я завидую. Вот где бы они ни жили, в какой бы стране мира, хоть с этими скопьями, хоть топ-менеджеры в крупных компаниях, они всегда модные. Вы замечали? Всегда. Ну, идет им одежда, вот любая. Еще не просто идет, они как-нибудь так и наденут, что... Ну, прям думаешь, ну класс, ну модные. Ну, супер. Супер просто. Всегда все модные. А с недавнего времени какая-то херня происходит. Полно немодных негров. Вот, ну, немодных вообще абсолютно. Какие-то, как вот какой-нибудь лох-ПТУшник обычный. Бледнолицый. Только негр. Ну как? Это недопустимо, ребята. Куда мы придем? Куда мы придем? Еще раз повторю. Куда мы придем? Есть в городе Киров такой Рахелио. Темнокожий парень. Негр. Вот он выглядит вот точно так же. Только он негр. Понимаете? Немодный негр. И их все больше. Оглянитесь вокруг. Немодные негры. Что дальше? Как мы будем жить? Если негры станут немодными. Меня это не устраивает. Спасибо, что выслушали меня. Давайте как-то говорить об этом, высказываться вслух. Если вы увидите немодного негра, спросите у него, почему так? Почему? Ты что-то оделся-то так вообще? Ты, о чем ты думаешь, парень? Ты нормальный вообще? Ты же негр? В общем, я долго могу об этом говорить. Давайте как-то обмениваться информацией, как-то вместе поддерживать диалог. Проблема серьезная, спасибо, что меня выслушали. Немодные негры. Это не может дальше так продолжаться. Спасибо.